1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Друзья, а перед выпуском новостей хочу вас попросить подписаться на наш канал. Сделать это очень просто. Для вас это один клик, а для меня мотивация улучшать для вас контент. И спасибо огромное всем, кто это уже сделал. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что завтрашний боксерский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором они сумеют раскрутить на второй бой. Это все сделано для шоу, для зарабатывания денег этими двумя бойцами. Конечно же, есть интрига, разыграют ли они это шоу для второго боя или же нет. И все мы знаем, что это чисто денежный бой без всякого спортивного интереса. И если же есть какой-то договор для второго боя, то скорее всего они растянут это шоу. Будет, например, какой-то нокдаун в первом бою или еще что-то, чтобы потом создать ажиотаж для второго боя, на котором можно будет заработать еще больше. И думаю, что матч-реванш состоится. И неважно, где это будет, в октагоне или в боксерском ринге, это будет событие колоссальных масштабов. Потому что в наше время ярких бойцов можно на пальцах сосчитать, и они это могут использовать в целях шоу-бизнеса. Конор и Флойд проводятся на ринге до середины боя, это точно. Не стоит забывать, что есть и букмекерские конторы, которые, возможно, на таких высокооплачиваемых боях тоже как-то работают совместно с шоуменами. И если бы это был честный бой и ради спортивного интереса, то финал у него только один. Мейвезер, как и в бою с Мэнни Пакьяо, может оттыкаться, отбегать и выиграть по очкам и оставить за собой величие. А также не стоит забывать, что бой пройдет в Лас-Вегасе, а это, как мы знаем, дом Флойда Мейвезера. Ну а Конор Макгрегор по своей натуре нестандартный боец ММА, он больше боксирует, но ему будет тяжело выдержать весь бой только руками. И во второй половине боя он потеряется. Потому что 2-3 месяца практики бокса это очень мало для того, чтобы победить боксера с таким опытом и заслугами, как Мейвезер, заявил Сергей Ковалев в интервью Sport Express.